сегодня выступление и Андрея было посвящено ее юбилею. Это музыкальное было приношение. Я хочу сказать, что мы уже дружны много лет. Трейси Петровны, Анастасия Ивановна, вот мы уже сроднились душой. Сроднились. Я очень хочу всех поздравить с наступившим, наконец, Новым годом. Пожелать всем здоровья крепкого, вдохновения яркого, чтобы все вот то, что каждый из нас задумал, хотя бы в какой-то части исполнилось, потому что сейчас время у нас совсем нелегкое. Но мы все выживаем, и выживаем успешно довольно. Все-таки я считаю, что нам помогает вот эта опора и дружба. Дружба, которая нас объединяет, которая нам дает возможность вот так вот вместе собраться, пообщаться, духом возродиться. И вот это самое главное, что в нашей жизни есть. Потому что общение – самая большая драгоценность, которая есть. Самая большая драгоценность. И каждый из нас ценит ее выше, выше, выше всего. Поэтому всем здоровья. Анастасия Ивановна, дорогая, вам. В первую очередь. В первую очередь, да, поскольку вы сегодня юбиляр. Это замечательное время. Оно действительно длится долго. Так что... Еще сегодня, да. Но весь год юбиляр. То, да, да, это началось с 11 числа и будет продолжаться до следующего юбилея. До следующего юбилея. Да, вот. Поэтому, а поскольку у нас дуэт с Андреем, долгие и, так сказать... Удачные и счастливые, я считаю, потому что нам 28 лет, скоро вместе, скоро будет тоже некоторые юбилей, если доживем, все будет нормально. И мы будем радоваться только, радоваться нашим встречам. Всем доброго здоровья, всем всяческих хороших дел, и чтобы все совершилось. Удачи. И теперь я прям, знаете, так вот легко и радостно, когда я сегодня пришла, и меня посадили в президиум, и смотрю, все знакомые, и, значит, инструмент, и народ. Думаю, Господи, какой ты ко мне милостивый, опять мой юбилей продолжается. Так что верьте, и юбилей будет целый год. С праздником! Нина Тимофеевна, почему я вас назвала? Мы с Ниной Тимофеевной, старые путешественники, вот с Наташей мы были на Дальнем Востоке, а с Ниной Тимофеевной мы были в Италии. И что вы думаете, мы нашли магазин, амаретто кругом не знаю какие, а мы покупали там, где итальянцы. И мы с ней купили амаретто. И вот, знаете, до этого дня... Все я... радуются. Да, радуйтесь, амаретто. Амаретто, спасибо, я люблю тебя за это. Просто, как говорят. Здоровья, 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 здоровья. Маслины открыли, передавайте туда. Налей мне. Мне совсем мало было. Кому еще? Так все уже. А там нет ничего. Перестройка началась с амаретто. 89-й год. Серия отито ламбина орлигин похитил голос Витюс. Смейся, поется. Не наряжай, ты должен скрыть рыдания и слезы. Наподымавшись смешной, будешь злой, да. Горем, оставаем.
Ха-ха-ха!